Профилактическое обучающее мероприятие состоялось вечером в преддверии выходных. Его инициаторами выступили администраторы автомобильного сообщества автосол.by, предложив инструкторам из Минска посетить калийную столицу и провести с олигарчанами встречу, касающуюся безопасного вождения. Инструкторы откликнулись и предложили провести бесплатный мастер-класс по полицейскому развороту, который помогает водителям чувствовать себя увереннее за рулем и справляться с непредвиденными ситуациями, например, с заносом авто на дороге. Я показываю жителям города Солигорск, что такое полицейский разворот. И в данном контексте мы обучаем людей не для того, чтобы они научились лихачить или как-то удивлять своих друзей, а только лишь для того, чтобы они прониклись именно управлением вождения автомобиля именно на более высоком уровне, для того, чтобы безопаснее научиться им управлять. Сам по себе полицейский разворот, он не несет смысловой нагрузки в рамках движения нашего по городу и может оказаться не так полезен, как элемент. Но если вы научитесь контролировать свой автомобиль во время вращения, которое происходит, то таким образом вы как бы улучшаете свои навыки и становитесь более хладнокровными перед сложными ситуациями на дороге. Никита Куприенко с удовольствием рассказал участникам встречи об основах безопасного движения, ответил на все интересующие вопросы, сделав акцент на том, что техника полицейского разворота не предназначена для лихачества. Основная ее цель – возможность справляться с непредвиденными ситуациями во время движения. А после каждый желающий мог под руководством профессионала обучиться полицейскому развороту. Погода не благоприятствовала пешим прогулкам, но для данного мероприятия была подходящей. Туман, мокрый асфальт, слабая видимость. В зимний период движение осложняется, гололедицы. Освоение техники полицейского разворота – хорошая профилактика для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, уверенный администратор автомобильного сообщества автосол.by. А инструкторы по контраварийному вождению заверили присутствующих, что еще не раз посетят Солигорск, чтобы помочь солигорчанам увереннее чувствовать себя на дороге и справляться с непредвиденными ситуациями во время движения.